Семен Петухов, нападающий с БГУ. Семен, скажи, пожалуйста, почему не удалось на ноль додержать первый тайм? Все-таки пропустили буквально на последних минутах. Не хватило концентрации в самом конце уже. Немножко подустали, ждали перерыв, чтобы послушать тренера, что скажет, чтобы чуть-чуть передохнуть и выйти. Но вот, к сожалению, последние 5 минут пропустили. Во втором тайме пропустили в начале, потом в целом держались неплохо, даже забили. Что там было в моменте с голом? Как-то непонятно свистнул судья, и издалека казалось, что гол отменен. Это про наш гол, да? Да. Ну, потому что там игрок соперника выбил мяч рукой после того, как он оказался в воротах. И когда боковой подсказал, судья уже свистнул как гол. Как в целом прошел матч? Есть ли какая-то акклиматизация? Как ветер влияет на игру? Ветер влияет на пол игры, когда ты играешь один из таймов, а акклиматизации нет, погода прекрасная, все нравится пока. Ну а по игре что? Ну, немножко нас не хватило, конечно. В конце тайма гол, потом из раздевалки гол, и вроде уже забили, и вот в конце ненужный штрафной абсолютно, и у человека получился удар, ничего не скажешь, блестящий удар. Спасибо, удачи.